Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В январе, феврале и марте этого года в ДТП на дорогах Кировской области погибли 25 человек. Это, по данным управления ГИБДД, почти на треть меньше, чем за тот же период 2019-го. Число травмированных снизилось почти на 4% и составило 396 граждан. Чаще всего смертельные автоаварии происходят по понедельникам. Наиболее опасное время с 5 до 6 вечера. Трасса 101. Права с истекшим сроком действия временно перестанут быть нарушением. Президент Путин поручил правительству разработать механизм автоматического продления действия водительских удостоверений на 3 месяца. Сделано это будет, в частности, потому что сейчас возникли проблемы с прохождением водителями медкомиссии. Напомню, что обычно вождение с правами, у которых закончился срок действия, наказывается, как и вождение без прав, то есть штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Трасса 101. Автосалонам в России разрешили работать, об этом сообщает издание «За рулем» со ссылкой на Минпромторг. Правда, дилеры обязаны соблюдать определенные ограничения. К примеру, в шоурумах не должно находиться одновременно более 10 человек. На входе обязательно измерение температуры тела и выдача масок и перчаток. Тест-драйвы запрещены. Перед тем, как передать покупателю автомобиль, его необходимо продезинфицировать. Трасса 101. Цены на подержанные легковушки снизились. По данным одного из популярных сайтов по покупке и продаже автомобилей, в среднем стоимость машин уменьшилась от 1,5% до 8%. К примеру, наиболее покупаемые иномарки Ford Focus и Toyota Corolla стали дешевле на 4,5% и 3% соответственно. Самая востребованная отечественная модель, ВАЗовская 14, скинула в цене в среднем 7%. Трасса 101. В Москве определен порядок, как поступать с водителями, которые нарушили предписание специалистов оставаться дома из-за подозрения на коронавирус и сели за руль. Если такого гражданина остановит инспектор ДПС, ему будет грозить штраф в 5000 рублей и эвакуация автомобиля на спецстоянку. Сейчас машины по российской столице могут передвигаться свободно, речи о спецпропусках не идет. Но власти рекомендуют жителям совершать поездки, в которых действительно есть необходимость. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.